Я хочу, чтобы вы сейчас вспомнили. Перед воплощением наша душа вместе с другими близкими душами и вместе с нашим куратором выбрала для себя определенный сценарий, определенный путь развития на Земле. Были поставлены определенные задачи, куда мы двигаемся, какие качества развиваем, какие задачи решаем, с кем мы из нашей близкой группы душ встретимся на Земле и что будем прорабатывать, в каких ролях. Примерно основные ключевые точки. Далее мы воплощаемся и решаем эти задачи. По договору, по правилам игры мы воплощаемся и решаем задачи в режиме амнезии. То есть большинство, подавляющее число душ ничего не помнит об этом. Но при этом, если человек запутался и чувствует, что ему нужны какие-то опорные точки, ориентиры, то можно использовать такие знания, как астрология, анализ по дате рождения, можно использовать регрессионный гипноз для того, чтобы получить опорные точки по своим задачам, по своему пути, чтобы двигаться более осознанно. Если у души есть такая потребность и такой запрос, кто вообще этим не интересуется, считает, что это все какая-то ерунда, такой душе просто не нужны эти опорные точки. Она хочет вот полностью на интуиции пойти. У кого есть к этому интерес, значит, есть резонанс, значит, можно использовать эти знания. Тем более, та информация, которую человеку нельзя знать, он ее не достанет ни через астрологию, ни через регрессионный гипноз. То есть будут стоять просто блоки. Но на информацию, которая реально человеку просто поможет, даст опору под ногами и понимание сознания своего пути, пожалуйста, если есть такая потребность. Предназначение и представляет из себя 4 блока задач, которые были поставлены. Первое – это родовые. Мы не просто так приходим в определенный род и в семью. Мы сами ее выбираем вместе с душами, которые также участвуют в нашем сценарии, и в согласовании с гидом, который помогает нам на нашем пути. Мы выбираем тот род и ту семью, которая наиболее резонирует качеством каким-то нашего духа, который мы хотим себе проработать и поменять. В таком случае мы воплощаемся, и вот это вот видим зеркало в роду определенных наших программ, и задача стоит их поменять. Далее, личные задачи. Мы воплощаемся в определенный день, в определенное время, в определенном месте, получаем определенную энергоинформационную матрицу. Для того, чтобы прожить и выразить определенный сценарий, свои истинные, осознать желания, которые мы хотим реализовать в этом качестве, и воплотить их в жизнь на Земле, раскрыть себя и свои таланты. Третье. Это самореализация в социуме. Иногда для женщин это рождение детей, но в большинстве случаев этого недостаточно. Недостаточно просто для самой женщины, по ее внутренним ощущениям. Но есть исключения, когда женщина может жить только этим, рождением, воспитыванием детей, полному посвящению себя этого. Такое тоже возможно. А так это самореализация в социуме, построение бизнеса или прокачка себя как высококлассного профессионала, так или иначе реализация того внутреннего потенциала в какую-то пользу и ценность для общества. И четвертое – это то, что обычно принято реально называть предназначением. Это эволюционная задача души. Сейчас я переключусь в режим демонстрации экрана, чтобы у вас отложилась структура, и кое-какие детали расскажу. Итак, 4 блока задач. Задачи по роду, личные, социальные, эволюционная задача души. Для того, чтобы полноценно решить задачи следующего уровня, необходимо решить задачи предыдущего уровня. Конечно, можно перепрыгивать, но если мы перепрыгиваем, эти дыры, пробелы, они будут сказываться, и нам все равно придется вернуться. Пример Стив Джобс.
Я люблю приводить кардинальные примеры, но у обычных людей работает точно так же. Просто публичных людей хорошо все знают, поэтому примеры более наглядные. Итак, Стив Джобс – это основатель Apple. Смартфоны, макбуки и все такое. Он, кто может быть даже не знает, он умер в 56 лет от рака. Почему? Потому что у него были решены личные задачи, социальные задачи, эволюционная задача души, но задачи по роду, там были пробелы, серьезные пробелы, потому что когда человек умирает от рака, то это связано вот с нерешенными задачами по родовой системе. Итак, давайте более подробно перейдем. Признаки нерешенных задач по первой ступени. Родовые программы задач. Не получается построить гармоничные личные отношения. Постоянно обижаемся, злимся на людей или обстоятельства. Обстоятельства и несправедливость мира выбивают из равновесия. Полный ступор, депрессия, нет энергии. Не получается забеременеть, хотя есть желание. Серьезные хронические болезни, опухоли, рак. В отношениях попадаются мужчины, алкоголики, женатые, тираны или созависимые отношения. Либо человек, как Стив Джобс, убегает в самореализацию, одержим работой, при этом чувства к мужу, жене, детям, партнеру заблокированы, в душе скребут кошки. Вот. То есть это не все пункты, а неважно, какой-то пункт, если есть, значит есть дыра, которую необходимо закрыть. Признаки нерешенных задач по второй ступени. Не понимаем, чего хотим. Не можем отличить свои цели от навязанных обществом или родителями. Делаем не то, что нравится, а терпим нелюбимую работу ради денег. Либо работаем бесплатно или за копейки. Постоянно спасаем подругу, маму, друга от алкоголика, тирана или каких-то других злых дядь и теть. Или от злых обстоятельств. Кого-то, короче, все время спасаем. Ставим ребенка либо мужа на первое место в своей жизни, занимаясь их развитием, мотивацией вместо своего собственного. Родители лезут в личную жизнь, указывают, что делать. Проблемы с личными границами, их постоянно кто-то нарушает. Не можем найти свою дверь, опускаются руки после неудачи, зависимость от мнения окружающих. Это пробелы по второй ступени. По третьей. Социальная реализация. Как я уже говорил, для женщин это часто выступает рождение детей, но по опыту и отзывам и обратной связи в подавляющем большинстве случаев это лишь маленький кусочек. То есть все равно душа просит какой-то самореализации в социуме, кроме рождения детей, и для большинства женщин тоже. Итак, разбор данной ступени помогает понять, узнать свои таланты, сильные стороны, найти сферы, ниши для социальной реализации, более нам подходящие. Если человек хочет расширить финансовый поток в каких-то сферах, нишах, то где смотреть, какие стратегии финансовые использовать. Если есть внутренние подсознательные блоки, которые мешают самореализации, на этом уровне их тоже можно посмотреть, скорректировать. Далее, признак нерешенных проблем, если человек занимается любимым делом, и деньги идут, но человек упахивается. Далее, внутренний вопрос, что-то меня никто не слушает, и могу ли я вообще быть руководителем? То есть можно в этом разобраться, потому что не все люди могут быть руководителями, и не всем это нужно, у всех разные задачи. И если человек, если грести всех под одну гребенку, как это делают часто на тренингах, то понимаете, какая скрытая ловушка тренингов? Тем, что те, кто под эту гребенку не подойдут, то есть какой-то низкий процент людей подойдет под гребенку, какой-то другой, еще небольшой процент людей сможет достичь каких-то результатов благодаря тому, что его постоянно контролируют эти люди, этот тренинг, и он выйдет на какой-то результат, но потом это все равно все бросит, если это реально не его, если он просто вот делал просто то, что подходило другим, а каждый индивидуален. И то, что подходит для одного, для другого может быть просто, но не подходить вообще. Ни по душе, ни по характеру, ни по судьбе, ни почему. Далее. Еще внутренний вопрос. Мне лучше карьерный рост в готовой структуре или свой бизнес? То есть тоже каждому человеку что-то свое. Итак,
самая интересная, четвертая ступень – предназначение. Она актуальна, когда реально не хватает высшего смысла в жизни, нет понимания своей миссии, хотим узнать, какой опыт душа наработала в прошлой жизни, хотим узнать, какие задачи поставила душа на пути эволюционного развития в этой жизни, ключевые задачи понять. Тут важно, что понять, что примерно в возрасте 37 лет плюс-минус и в возрасте 56-57 лет плюс-минус есть ключевые проверки, и они происходят именно по четвертой ступени. Если человек не выполняет эти задачи, и это задачи, которые сама же душа поставила, поэтому никто нам ничего не навязывает. Мы сами себе придумали сценарий, сами согласились с правилами, что если мы не выходим на этот сценарий, то чтобы нас обстоятельства к нему просто подвигали. Так вот, пример, например, Макс Фадеев, я думаю, все знают. Значит, в 38 лет он потерял слух. Не случайно. Именно в 38 лет, именно в этот возраст чаще всего люди или умирают, или у них какие-то критические события в жизни происходят. Это может быть инвалидность, это может быть, как у Макса Фадеева, потеря слуха, и он вынужден был, как он говорит, он вынужден был перейти в продюсирование, а потому что у него эволюционная задача с этим связана. И он в нее сам не шел, соответственно, ему вот он попал в такие условия, когда он вдруг теряет слух. И он потом его восстанавливал, до конца все равно не восстановил. Да, он сейчас опять стал петь, но тем не менее, он же... Это же не значит, что нужно вообще отказаться от чего-то. Нет, отказываться не надо, но он уже двинулся в этот вектор продюсирования, и теперь он опять может петь. Это одно другому не мешает. Чтобы вы понимали, что 37 лет – это не случайная дата, плюс-минус. Мэрилин Монро на пике славы умерла в районе 37. Далее, принцесса Диана – то же самое. Децл – то же самое. Пушкин – то же самое. Маяковский – то же самое. Юлия Началова – то же самое. Можете проверить. Все в этом возрасте – все внезапно и как бы, ну, в общем, так, как это бывает, когда не выполняется эволюционные задачи души. Конечно, смерть – это крайний вариант. Чаще всего обстоятельства просто подталкивают человека, чтобы он кардинально поменял свою жизнь, если он ее до этого интуитивно не направил на нужные рельсы. Вот и все. Если вам было полезно, интересно, ставьте лайк. Если у вас есть история, хотите чем-то поделиться, оставляйте комментарии. Желаю всем, чтобы когда ваша душа вернется туда, встретиться со своим гидом, со своими душами, с которыми вы вместе развиваетесь, чтобы вы по максимуму выполнили свои задачи и были собой довольны.